Всем привет, меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. И сегодня мы с вами будем готовить лисички. Сейчас самый сезон лисичек, они такие вкусные, ароматные. Мы все время с мужем покупаем лисички на рынке, сами собираем очень редко и всегда готовим по этому рецепту. Для этого рецепта нам понадобится всего 4 ингредиента. Сами лисички, чиабатта или любой другой хлеб, который вам нравится, зелень свежая, у меня это руккола, и самый обычный сливочный сыр без добавок. Еще огромный плюс этого рецепта в том, что здесь практически ничего не нужно делать. Лисички мы даже не режем. Нарезать мы будем только хлеб. Мы отрезали 2 вот таких вот красивых кусочка. Теперь, смотрите, можно их сразу намазать творожным сыром, а можно подсушить на сковородке или в тостере. Мне больше всего нравится второй вариант, потому что так хлеб получается хрустящий. Сейчас мы с вами берем сразу 2 сковородки. На одной сковороде в масле мы будем обжаривать грибы, на другой сковороде, можно с маслом, можно без, мы подсушим хлеб. Обратите внимание, что лисички мы не резали, мы сразу отправили их в сковородку. Они у нас не совсем крупные, пусть вас это не смущает, потому что они очень сильно уменьшатся в размере, когда будут готовы. Ну что, наши лисички готовы, теперь мы собираем бутерброды. Сначала мы намазываем творожный сыр. Теперь кладем лисички. И украшаем зеленью. Посмотрите, какие красивые бутерброды у нас получились. И они очень вкусные, сочные и просто невероятные. Попробуем, давайте. Я пошла есть. Подписывайтесь на мой канал и приготовьте вот эти вкусные бутерброды. Пока!